народная артистка СССР София Ротару. Здравствуйте, друзья! Рада видеть вас! Здравствуйте! Как настроение? Спасибо! Спасибо всем! Червоную руту помните? Помните? Поем? Ты признайся мне, звідки в тебе ті щаги. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Я тебе в снах, у дібровок зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку на тіці, бо давно уже ти увійшла в мої мрії. Поем? Друзья мои, скажу честно, я по вам очень-очень соскучилась. И очень рада быть у вас в гостях, рада видеть вас. Я искренне рада сегодня петь для вас свои любимые песни. Я думаю, вы и знаете. И мне нужна ваша поддержка. Договорились? Ну и поехали. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Ваши руки, все, и поехали. Смелей, смелей. Заплаканный дождь дрожит на ресницах. Любви сгорают страницы, но вместе с дождем ты плакать не будешь, хотя никогда меня не забудешь. Я не оглянусь. Осталось только день твоей любви.
вчера. Забудут любовь и небо, и птицы, и я не смогу тебе больше сниться. Остыло и все, уже не согреешь, но ты обо мне забыть не сумеешь. Аплодисменты девочкам. Хочу вас услышать всех. Давайте, давайте. Наши львовянки, самые красивые. Ваши аплодисменты. Спасибо тебе большое. Сорочинскую ярмарку, помните? Помните, милые женщины? Эту песню посвящаю вам. Я же его любила. Я ж его любила.
его любила. Всем огромное. И ваши аплодисменты девочкам, прошу. Хочу всех услышать. Потому что вы лучшие. Я буду петь столько, сколько вы пожелаете. Договорились? Девочки, красавицы, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем. Так, как вы думаете, кто приехал со мной? Поздравите вас с этим замечательным праздником. Кто? Ну, встречайте Аурику, мою младшую сестру. Аурика Ротару, мы споем «Меланхолия». Все! Добрый день! С праздником вас! Ауречка! Ауречка!
întreb de unde vine, vine. De unde dorul și-a izvorul, dorul. Mă luminezi și-mi pare bine, bine. Când vine dorul, când dorul vine. Melancolie, dulce melodie. Melancolie, misterios amor. Melancolie, melancolie, din armonia inimilor. Melancolie, dulce melodie. Melancolie, misterios amor. Спасибо, дякую, и ваш аплодисмент Ауричке. Спасибо. Аурика Ротару. Еще не скупитесь на аплодисменты. Они греют нам душу. А мне? Ну что еще спеть? Поем следующую вместе. Поем лаванду. Лаванду, помните? Тогда поем все вместе. Жизни все бывает, и под солнцем лед не тает, и теплом зима встречает, дождь идет в декабре. Любим или нет, не знаем, мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба, говорим. Поем громче. Молодцы. Наших встреч с тобой синие цветы. И еще. Спасибо. Сколько лет прошло, но помним я и ты.
нам тепло дарила, чайка над волной парила, только нам луна светила, нам двоим на земле. Но куда ушло все это, не было и нет ответа, и теперь как две планеты мы с тобой далеки. Молодцы. Наших встреч с тобой синие цветы. Сколько лет прошло, но помним я и ты. А теперь подняли все руки вверх, все вместе со мной. Замечательно, здорово, спасибо. Вы не поснимайте, зрители снимите. Операторы, красота какая. Разверните камеру. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда, сколько лет прошло. Спасибо, что помните. Еще раз подняли руки все. Спасибо вам огромное. Хочу всех услышать. Кино на ТВ-РУС. Наш кинофестиваль открылся, и я от всего сердца желаю гостям и вам, дорогие зрители, любви. Лицемер. Я вас помню, ваши роли, ваши фильмы. Странно, что меня еще кто-то помнит. Георгий, мне очень серьезно надо с тобой поговорить. Откуда ты здесь взялась? Остановись, Георгий, ты должен выслушать меня. Оставь меня. Ты трус. Вы в каком номере остановились? 633. Думаю, мы с вами еще увидимся. Мамочка! Что это? Вызывайте милицию. Никуда ты не пойдешь. Да я тебя сейчас... Сядь, я тебе сказал. Зачем вы это сделали? Он бы нас всех выдал. Ведь подозрение падает прежде всего на вас обеих. Надо его связать. Валентин Смирницкий и Наталья Селезнева в фильме «Крик в ночи». Завтра на ТВ-РУС. «Домашний кулинар» – ежемесячный журнал с аппетитными и простыми в приготовлении блюдами на любой вкус. В новом номере «Домашнего кулинара» мы угостим вас шпинатной оладьи-панкейки, салат средиземноморский с морепродуктами, нежный рыбный суп из форели, фаршированная картошечка в мультиварке, брокколи с куриным филе, котлеты с черносливом –
летняя паста с овощами, бостонский кремовый торт и многими другими вкусняшками от наших хозяюшек. Не теряйте время. Приобретайте домашний кулинар в русских магазинах и киосках интернациональной прессы. А еще лучше, прямо сейчас оформите годовую подписку по невероятно низкой цене. Пробный номер закажите бесплатно. Журнал «Домашний кулинар». Пальчики оближешь. Не знаете телефонные коды городов России, Казахстана, Украины или других стран? Желаете подать бесплатное объявление в русскоязычную прессу? Хотите найти русскоязычного врача или получить грамотную юридическую консультацию в Германии? На эти и многие другие вопросы ответит русская справочная служба. Просто позвони 090 011 010 688. Русская справочная служба. Мы ответим на все ваши вопросы. Более 10 лет мы помогаем покупать людям полезные вещи. Заказать товар на сайте легко и просто. На складе больше 20 тысяч товаров мировых брендов. Быстро доставим по всей Германии и Европе. Kaufbuy.tv. Мультиварки, гриль, пылесосы, мангалы, посуда, косметика и многие другие товары для вас и вашего дома. Kaufbuy.tv. Все в одном клике. Понваль. Крем для лица, который предотвращает появление морщин, помогает устранить многие проблемы кожи, оказывает эффективное заживление, подходит для всех типов кожи, прекрасно сбалансирован, уверенно защищает кожу в течение дня, легко наносится и быстро впитывается, не содержит консервирующих веществ. Новая активная формула «Понваль» – прекрасный универсальный крем. Я назову планету вашим именем. Ты приснился мне однажды, летней ночью ты приснился. Я тебе открыла сердце, чтобы сон однажды сбылся. Ты дарил мне южный ветер, ты дарил мне теплый вечер, и судьба благословила ожидание нашей встречи. Свет! Я назову планету именем твоим. Yeah.
наши аплодисменты нашим красавицам, бэк-вокалисткам. Давайте, девочки, Кристина и Светлана, ваши аплодисменты. Вон они какие красивые. А где наша Аурика? Аурика, твои аплодисменты. И Саша Кольчук, наш гитарист. И ваши аплодисменты мне. Ой, волнуюсь, премьера песни. Подари мне лето. Даришь? Все? И все поехали. Между нами дни, люди и моря, круговороты судьбы. Больше ничего не хочу терять. Хочу, чтобы ты был одним единственным бы. Большое спасибо. Ну что еще на прощание спеть? Что? Хуторянку? О, только вместе с вами. Договорились? Ну все, поехали. Так, девчонки. Ой, какие вы красивые. Хочу к вам. Здесь жарко, очень жарко. Так. Приготовились. Руки. Все. Поехали. Все, все. Слышу старые песни мотив, что сама напевала не раз.
все девочки на пол. Аурик, а ты чего осталась? А ну поближе к нам. Спасибо вам. Я вас очень люблю, вы замечательные. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи, здоровья, счастья вам. Спасибо, спасибо. Ну что, еще одно на прощание? Луна, луна, святой, святой. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Гостеприимство, за вашу доброту. Мы желаем вам здоровья, счастья, удачи, а главное мира всем нам. Спасибо! Буду ждать новой встречи с вами!
Спасибо. Спасибо всем.